Приветище! Это бесконечный цилиндр и наши могучие колобки, у которых офигенные хоботки. И я напоминаю, что у нас теперь есть хобот, который плюется исключительно кислотой. И мы теперь можем всех, просто всех абсолютно бомбить, заливать кислотой вот эту... Она не боится кислоты, что ли? Ты что, офигела? Получай! Единственное, что жалко... Наконец-то мы ее грохнули. Я думал, буду дольше заливать. Единственное, что печалит, это то, что мои братюни, они заливают мою кислоту своей водой обычной. Но это не столь печально, все равно у меня получается всех загасить. Итак, наша сегодня главная миссия, это вот этот здоровенный змеюка, который спустился с небес. Он должен нам оповедать одну важную деталь. Открыть секрет. Какой, не знаю. Какая у него пасть-то здоровая. В прошлых играх, ну, в бете, да, я давно играл в бету, это было полгода назад, мы с ним уже встречались, и я к нему подошел при помощи своих быстрых ножек, своей колобковой формы, я просто подкатился, спустился там в пещеру, и он меня не тронул. Напоминаю, что когда мы близко к нему подходим, он шандарахает током. Мы пойдем вот через эту пещерку, наверное, это не точно. Я сейчас сохранюсь на всякий пожарный. Вот здесь стоит сохраниться, потому что не хочется терять прогресс и каких-то своих... Колобков, братюньков. Значит, ладно, погнали. Складываемся в колобочек и понеслась жара. Братки, за мной. Я знаю, что нам нужно. Сюда, 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 быстрее, быстрее, быстрее. И все, что ли? Вообще без проблем. Встаем сюда. Так, три штуки есть. Кого-то там уже колбасит электричеством. Открывайся быстрее. Короче, змей нас здесь не видит. Ой. Ой, как его подкинуло-то, наверное, от платформы. Я думал, змей его забирает. Все, мы заходим в храм. И сейчас нам откроется какая-то тайна. Типа то, что колобки когда-то раньше были людьми. Ну, хотя мы и так предполагаем, что это было. Красиво тут, очень красиво. Нам здесь нужен шарик. Кто на шарик? Вот этот типок, колобок. Типок-колобок с огненным носом. Да, он у нас воздушный. Какие здесь красивые кристаллики, камушки. Камушки у нас перерабатывает. Гом с ластами на ногах. Камушки вот эти всасывай. Нельзя? Ну вот. Ну ладно. Тогда эти камни просто пускай радуют наши глазики. А мы полетим наверх. Вон туда, наверх. Потому что только туда и надо. Подожди, а вон там еще за сияние внизу. Внизу сияние. И вон там сияние. Это фонари какие-то или что это? Вот это вот что это? А вот, пожалуйста, камни. Собираем их. Гом, пожалуйста, собери. Нам нужна эта пыльца. Нам нужны деньги. Нам еще кучу всего вкачивать. Что ты там опять подобрал? Камни какие-то? Да выплюнь ты этот камень. Он беспомощный. На что он нам сдался? Вот этот собирай. Вот этот нужно. Отлично. Не зря спустился, считай. Там наверху вроде ничего. Воды напились, набрались. Пойдем еще в другую сторону сходим, прежде чем улетать туда, в космос, наверх. Я знаю, что нам исключительно наверх, потому что все эти потоки ведут туда. И что-то мы там должны найти, узнать. А, ну что, мы же секрет ищем. Естественно, секрет мы узнаем. Тайну, покрытую мраком и тайнами. О, братюшка, братюшка. Нужно больше лидерства, извини, я не могу тебя забрать с собой. Если я найду здесь храм, который повышает мои таланты, я обязательно за тобой вернусь. Но пока, извини, я ничего не могу сделать. Он там замерзает, бедняжечек. Так обидно. Ладно, все, хорош сопли тут это, разжевывать. Где мой воздушный шар? Кстати, смотри, у него хобот с огнем и реально как воздушный шар. Он вот так вот взлетает, и его огонек подогревает. И он должен, по идее, взлетать вверх, но нет. Что ж, погнали. Погнали наверх. Еще сейчас вон туда он, взлетая на всякий. У меня кожа, как у рептилии, да? Рептилоид, колобок. Колобочек, рептилоид. Значит, там ничего не было. Куда солнце падает? О! Здорово, взаимодействовать. Ну давай взаимодействуем. Мы нажали, и он сейчас должен... А, он засветился. А, вот и сломался, пожалуйста. Что здесь, тайна? Что? Справка какая-то? Что-то мы открыли? В общем, не фифа. В этот раз обнаружены новые статуи, и ее знание никого не удивило, только напомнило, что кто-то ждет трибумов, когда они пройдут необходимые испытания. Ну хорошо, мы пройдем это испытание по-любому.
Здесь у нас закрыто. Тут не пройти, решетки какие-то. Кто их сделал вообще? У кого есть руки? А, подожди-ка. Нам куб здесь нужен. А где бы мне куб достать? Третий глаз нужен. Третий глаз. Нужен органический куб. Давай его найдем. О, где-то есть. Он здесь есть. Я так полагаю, что он где-то находится здесь, наверху. Так что мы сразу шли в правильном направлении. Давай, взлетай. Надувайся, взлетай. Опаньки. Теперь сюда. А потом перелетаем вон туда. А вот он и органический куб, пожалуйста. Все в одном месте. Шикарно. Кто у нас будет квадратным чудиком? А, никто сюда залететь не может. Ладно, давай его заберем. Там сундук, гляди. Он, наверное, откроется нам. И там трибум еще лежит. Еще один. Но ничем ему помочь, к сожалению, не могу. Так, ребят, идите все сюда. Хватит-то баловаться на гейзерах летать. Итак, у нас совещание. Кто хочет принять квадратную форму? Кто хочет стать Спанч Бобом квадратными штанами? Я думаю, что это будет Гротма, потому что у него вроде никаких таких спецспособностей нету. Гротма, значит, ты будешь у нас крутым чувачком. Интересно, останется у него способность электрошока, чтобы оживлять моих три бобов? Ага, осталось. Забавно, ты теперь квадратный спасатель Малибулевиц. Кубическое тело позволяет три бобам открывать специальные отверстия, точнее, вставать в специальные отверстия и открывать двери. Тут нам нужен, знаете кто, снова пузырь. Колобком-то я вообще как раз плюнуть. Вот так вот беру и залетаю. Вот, я прилетел. Колобочком-то вообще фигня. Вот я залетаю. О! И чувачки все здесь появились. Круто. Как вы так сюда залетаете? Ну что, колобочек, настало то время. Пошли. Вставляйся. Опандор! Ю-ху! Кричит кто-то, очень рад. Значит, если мы сюда пройдем, тут у нас будет сундучок. И куча камней, да. Камни надо жрать. Блин, пока я тут собирал, тут случайно сундук открыли. И там что-то есть, что это такое, давай заберем. А, это тоже минерал. Ну вот и все, собрал все здесь камни, все минерал, все это переработаю. А мы продолжаем идти. Дружок, извини, конечно, но места нет. Dream Team заполнено просто под завязочку. Давай поднимемся наверх, узнаем мы секрет. Большой-большой секрет. А, вон там тоже минерал есть. И вон там пыльца наверху. Блин, я туда же залезу. Должен залезть по-любому. Надо все собрать. Я жадина. Я обожаю камни, как Скрудж Макдак золото и деньги. Все достать, ребят, давайте, пуляйте. Все сбить нафиг. Как пожарная машина. Со шлангов все зальем. Кстати, заметил, что только один не поливает. А, нет, он тоже поливает. У тебя хобот огненный. Почему он у тебя не тушится, когда ты поливаешь водой? Смотри. Он тоже льет воду. По идее, он должен быть огнеметчиком тогда уже. Ну ладно. Об этом история умалчивает, почему он так со своим хоботом обращается. Жестоко. Видимо, он хочет потушить огонек, но у него никак не выходит. Теперь нужно залезть за пыльцой. А здесь нам поможет колобок. Колобочище, давай, залетай. Почти, ладно. Сейчас с разбегу, наверное. О, здесь тоже пыльца. Все? На этом пещера закончилась? Ну вот. Я только начал удовольствие здесь получать. По брождению в этой холодной, светящейся красивой пещере. Ладно. Так, ну, давай. Нет, не получается почему-то. Подкиньте меня кто-нибудь, а? Ладно, зайдем вот с этого камня тогда. Камень меня точно подбросит. Опа. Вот это я хорошо придумал. А наверх как? А как еще выше подобраться? А, смотри, это не конец пещеры. Еще можно вон туда куда-то пройти. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас что-нибудь придумаем. Черт, здесь никак. Я думаю, что нам нужно вот сюда теперь. Опаньки. Есть. Я взобрался аккуратно. Не свалиться здесь очень опасно. Еее, пыльца. Скрудж Макдак мне обзавидуется. Ну что, теперь вон на ту сторону надо перелететь, по всей видимости. Можно еще куда-то выше подняться, но там ничего нет. Не вижу смысла. Все, мы здесь. Идем еще выше. Сколько тут камней. Какие сталактиты. Ого-го.
какая красота. А я всю... А вон там что? Подождите. Надо туда сходить. Что это за свет такой необычный? Что это? А, это тоже минералы. Уронил, блин. Но на обратном пути заберем тогда, не страшно. Главное не упасть теперь отсюда. Давай, собирайся. Кстати, у меня там уже, наверное, переработал... О, еще минерал. Там уже все переработалось. Надо с пухляша все перекинуть. Где инвентарь? Пухляшек. Пухляшек, пухляшек, пухляшек. А давай вот это все сюда. И вот это тоже. А давай сюда. 26 пульцы. Это же мы нормальненько накопили-то. И сюда сейчас тоже зайдем. Вот они. Три штуки целых. Обалдеть. А, тихо, не упасть. О, тут подъемник прям сюда наверх-наверх поднимает. А я нестандартным путем сюда залез. Ну ладно. Ну и фиг с ним, с этим подъемником. У нас есть здесь грибы, которые присосками обладают. У меня, кстати, присоски ни у кого нет. У кого-то же были присоски. Кто-то свалился, блин. Вот лошарочка. Упал. Маленький проказник. Кто свалился-то? А, пухляш? Ну, естественно, он же самый тяжелый. Так, у кого будут у меня липкие лапки? Так может быть у воздушного шарика? Давай, седай. Ноги присоски. И пошла жара присасываться. Ого. Ого-го. Что у нас тут начинается-то? В глубине своей памяти требумы несли фрагменты воспоминаний об этом храме. Когда-то в храм науки мудрые требумы приходили, чтобы изучать кристаллы, которые... Но память была неполна. Значит, это наш какой-то храм старинный. Так, присосками. Ага, я вспомнил, как пользоваться. Что ж, я приступаю. Ну, здесь можно и на воздушном шарике вообще. Вот так вот, хопа. На легке. Ууу, как меня подкинуло-то. Ну ладно, допустим, я сюда сейчас перейду. Прикрепимся на всякий. Я сейчас осмотрю. Вон туда хочу, там брюлики, брюлики. И вон там вот еще перерабатывалка есть. Ууу, смотри, я на одной ноге висю. Одна нога отклеилась, а другая висю. И вон там что-то торчит. Тоже минералы, надо собирать. Подожди, давай в атаку сделаем. Включаем свой насос. И сейчас соберем минералы. Ну-ка посмотрим, грамотно я встал, нет? Вроде вообще идеально. Черт! Не хватает сосалки. Засасывалки. Нужен помощнее пылесос. О, получилось. А, блин. Подстава. Вот это подстава. Там, кстати, внизу какой-то трибум есть. У меня все забито, поэтому я ничего не собрал. Как же я на это не обратил внимания-то, ё-моё. Спрыгиваем отсюда и идем искать, где эти камушки-то все ценные, куда они упали. Вот они, красавцы. Кстати, смотри, из-за присосок я хожу по дну. Ребята все плавают, а я могу ходить по дну. Прикол. Ну, короче, я не знаю, куда все мои минералы упали, но там их явно было не два, их там штук 6, наверное, было. А, нет, их 5 штук там было. И куда еще 3 штуки моих делать минералов? Они куда-то пропали. Ну и ладно, ну и фиг... А, подожди, вот один лежит. Вот это забирай. Так, еще 2 где-то. Вот второй. А вот и третий. Все. Все 5 штук собрал. Отлично. Ну все, давай по новой наверх подниматься. Надеюсь, у меня в этот раз получится так же быстро, как и в прошлый. Давай, Вадзек, не подведи меня. Я верю в тебя. Поднимаемся выше. Опаньки. Вот это хорошо. А теперь... Черт, черт. Надо было на другую сторону встать. Ну вот началось. Как мне так с первого раза фартануло-то, а? Ну вот, наверное, именно фартануло. Ладно, тогда будем проходить так, как это предусмотрено разработчиками. Так, как они хотели бы, чтобы мы прошли. Цепляемся. То есть вот таким вот макаром мы здесь сейчас будем прыгать. Цепляться. Давай тоже подождем здесь. Поехали назад, вперед. Окей. Цепляемся. Присоски вещь. Люблю присасываться. Встаем. Ну, тут легкотня, если по-разработчески проходить-то все. Тут можно вообще вот так вот. О, да выпендривался. О, подожди, а что, тут какая-то была штука? О, смотри. Смотри, что нашел. Фига себе. Офигеть, подожди, это как? Это как я сюда за... Серьезно? Здесь тайник, что ли, какой-то, или как? Да, тут тайником-то не пахнет. Мы вообще в храме находимся. Так, я нашел баг. Смотри, я вот сквозь эту стенку прошел. А обратно-то вернусь?
Дайте мне обратно. Да, обратно пройду. Ха, интересно как. Сквозь стенку просто входишь и все. Подожди, так а может быть... Ха! Смотри, что я могу. А-а-а, туда на камни-то не получится залезть. Тут мешает уже невидимая стенка. Я думал, на камни залезу и все, и обратно на платформу. Короче, есть идейка, не знаю, получится или нет, но попробовать стоит. Мы сейчас разгоняемся, бежим, бежим, бежим. Давай, отключайся, отключайся, отключайся. Блин, жалко, из колобка вовремя нельзя выйти. Он, короче, катится до последнего, пока не упадет. Это уже челлендж, слушай. Хочу еще раз попробовать. Так, прыгаем сюда. Давай, 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 колобочком катись, 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 катись. Прыгай. Йоу! Ха-ха-ха, у меня получилось. Ну, что ты делаешь? Нет, 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 не падай. Ое! Фух! У меня получилось снова так сделать. Ништяк. Пойдем собирать пыльцу. Пыльца, 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 минеральная пыльца. Прыгаем. Вот так вот, хоботок на готов... А, надо пониже спуститься. Я слишком высоко диаметр беру. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь закончили, переходим к следующему. Давай. Как же хорошо, что я присоски сделал вот этому трибуму, который летать умеет. Это прям дабл облегчение для меня. Давай, 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 собирай все, засасывай. Мне бы еще тебе мощный пылесос найти, чтобы ты издалека мог все засасывать. Это будет офигенно. Так, дальше. Взлетаем. Отлично. Стоим вот так. Поехали. 39 пыльцы. Это ж нифига себе, я богат. Ё-моё. Ну-ка, 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 здесь у нас чего? А, это пароход дальше. Ну нет, подождите. Я хочу еще вот сюда вот запрыгнуть как-то. Что, здесь не пройти, да? В обход все. Эх. Хотя, если сильно постараться, я, в принципе, могу здесь перелететь. Сейчас попробую. О, схитрили. И вот эта штука перерабатывательная очень нужна нам. Она пригодится потом. В принципе, сейчас нам нечего перерабатывать. Но когда придется много всего, тогда пригодится. Так. О, спасибо. Очень удобно. Здесь у нас поток ветра, который сдувает нас с платформы. Но, конечно же, нам помогут ноги липучки. Прилепляемся. И нас не должно сдуть. А внизу-то пыльцы сколько? Ну, ё-моё, ладно, я спущусь сейчас. Там лифт есть? К тому же, я поднимусь. Не страшно. Больше здесь ничего нет интересного. А вот тебе, пожалуйста, минералы еще. Все, минеральчики собрали, перерабатываем это дело. Теперь ждем лифт. И нужно переключиться обратно к колобку. Колобочек, ты сегодняшний наш лидер. Хотя, почему сегодняшний? Ты, в принципе, лидер. Мы играем с тобой с самого начала. Ты наш первый трибун, который вылупился из яйца и прошел весь путь от начала до конца. Значит, сейчас поближе, поближе, поближе. Хопаньки, залип. Отлично. Прошли. Теперь прыжок сюда, залип. Залип, прилип. Ну, тут простенько. Фигня вопрос. С таким-то трибумом легендарным. О-о-о, старейшина Випо. Мохнатый старейшина, который за нами наблюдает. Что же ты нам поведаешь? Какую тайну? Здесь у нас выход. Ладно, пойдем поболтаем со старейшином. Я могу к нему подняться, кстати. Прям при... Какой ты мохнатый, лохматый, здоровый-то, а? Какие у тебя глаза. Ладно, спускаемся и болтаем. Привет! Че расскажешь? Старейшина было нелегко услышать историю трибумов. Рассказ о неудачном путешествии через цилиндр. Вы через многое прошли, как жаль, что мне приходится возлагать на вас все еще больше надежд. Но трибумы не должны жить в этом холодном и жестоком месте. Вы должны продолжить свое путешествие, должны пересечь воды и добраться до древней пустыни. Там теперь скрывается последняя надежда нашего народа. Когда-то трибумы хотели петь звездам, а для того строили суда, способные танцевать в небе. Найдите один из прячущих дворцов. В наши отчаянные времена он может оказаться ключом к спасению.
Прощайте, храбрые малыши. Может, когда-нибудь мы встретимся в другом мире. Спасибо, старейшина. Надеюсь, мы реально встретимся в другом мире, когда мы будем человекоподобными. Но про корабли, которые могли видеть звезды и летать вместе со звездами, это, конечно, роскошно. Я бы полетал. Трибуму всегда хотели летать. Жалко, крыльев нет. Хотя мы умеем летать. Ну как летать? Парить. У нас есть воздушный шар. Ну что, змей? Ты улетел? Ну да, все. Змей с нами попрощался. Мы здесь теперь совсем одни. Розу пособираю. Роза, роза, голубая роза. Они, между прочим, вкусные. Трибумам нравится. Давай сейчас похомячим, нам как раз кушать хочется. Есть возможность инкубировать маленького трибума в яйце, но яйца у нас нет. Поэтому мы делаем что? Правильно. Идем нападать на других существ. Вот, например, вон на того. Одного такого мы уже заплевали своей кислотой, и можно сделать это еще разок. Хотя нет, мы добрые трибумы, что мы в злодеев каких-то превращаемся, да? Пойдем дальше. Здесь мы, видимо, закончили. Все сделали. Теперь нам нужно искать пустыню, как и посоветовал трибум. Так, пошел вон. Ой, 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 ребята. Бежим отсюда нафиг скорее. Бежим. Хотел его кислотой полить, но понял, что он слишком толстокожий. В смысле колобок погибает? Колобка засосали. Все, тебе не жить, ты не жилец. Получай, негодяй. На тебе. Ну да, его кислота не берет, слушай. Хотя, если в глаз ему давать, нормально. На, по глазу тебе. Вот так вот. Это тебе за колобка. Куда ты побежал? Все, откинулся, наконец-то. Блин, теперь надо воскрешающую Стеллу найти. А я так не хотел никого здесь трогать. Я был за справедливость и доброту. И потерял колобка с такой крутой мутацией. Он был наш лидер. Эх, это потеря. Мы будем его вспоминать добрым словом. Но вон там вот что-то есть. Пойдем туда, слетаем. Надеюсь, это воскрешающий алтарь. Прям вот очень хочется. Колобок у нас был и прилипалый, и леталый. Сколько в нем мутаций было. Он был просто незаменим. Да, это воскрешающий алтарь. Как же мне фартануло-то. И вот, кстати, птицы. Я давненько хотел посмотреть, есть ли у них какая-то мутация. Ну давайте, подлетите ко мне, подлетите. Опа, подобрал меня негодяй. Черт. Черт, куда ты меня... А, вот ближайшее дерево. Ну, сейчас он меня посадит, и я его залью. Кстати, тут еще одна мутация, которая позволяет мне... Иди сюда. Где ты? О, ребят, привет. Ладно, давай вот эту штуку заберем. Это позволит нам, точнее, нашим глазам подниматься. Так, ну все, погнали вниз тогда. К воскрешающему алтарю. Алтарик, алтарик, алтарик. Фух. Слава богу, что-то тут есть. Где мой колобочек? Все, колобок с нами. Сейчас я его возьму. Вот. Ну, в принципе, все. Можно отсюда бежать. О, вон туда можно забежать. Там еще не был. Там лесенки есть. Ничего себе. Ничего себе. А, ну и там, видишь, преграждает наш путь. Так, а вот это вот я не помню, что это такое. Это, по-моему, волосы на голове или нет? Какая интересная штука. Сердце какое-то. Растение, музицирующее при прохождении сквозь него воздуха. А поскольку мы умеем дуть, мы можем свистеть. Так, кому сделать дудку? У кого будет дудка? Значит, а давай вот пухляшу. Пухляш, ты где? Ты сейчас будешь у нас дудеть. Только не говорите, что у нас опять пухляш потерялся. Он вечно куда-то пропал. А, вот ты где. Пухляш загасился, он в шоке. И говорит, я не хочу дудеть, ты чё, сдурел, что ли? Кто вообще застрял, да, тут у нас? Вы чё, обалдели на мне эксперименты ставить? То, что я пухлый, еще ни о чем не говорит. Ну, нам не нужны два огненных хобота. Опа-на! Гипнотический хобот позволяет трибуму петь песню, зовущую за ним Лизашар. Лизашарики будут за мной бегать. Давай подудим. Ой-ой-ой, какой интересный звук. Ну, осталось только лизашариков найти. Ну, не знаю, нужны они нам или нет. Но это прикольно. Эй, птица, давай. Попробуй меня схвати. Блин, я ее не достаю вообще никак.
Она смотрит на меня, как на дебила. О, достал, прикол. Я ее могу достать. Если в прыжке. Куда-то полетела. А, все, сдулась, да, застала. Ну и ладно. Все, думаю, что нам пора бежать отсюда. Мы по максималочке тут все забрали. Понеслась жарычка. Колобковые попки мычат. Мычат от цилиндра. Ради спасения мира, трибумов. Человечество будет спасено. Наверное. Это не точно. Может, мы выведем какую-то новую цивилизацию, и вместо человека будут править церебумы. Церебумы. Пухлые такие здоровые, мохнатые церебумы. Так. Выносливость кончилась. Это плохо. Цилиндр припекает. Попец, давайте, ребятки, поднажмем. Я не хочу, чтобы кто-то у нас откинулся. Я не потерплю больше потерь. Нам хватило сегодня колобка. Хорошо, что мы его вернули. Итак, все, мы устали. Отлично. Активируем ее и бежим дальше. Чтобы никто у нас там не затормозил. Все здесь. Отлично. Банда в сборе. Инопланетяне тут летают. Так. Я вижу храм апгрейда. Надо туда сходить. И там еще вон трибумчик в домике живет. Инопланетяне нас хотят сорвать, но мы не дадимся. Мы их обойдем, мы же умнее. Ну что, пойдем. Прокачаем свои мышцы. Сразу первым делом хочу вкачать себе лидерство, чтобы побольше трибумов брать. Вот это собираем. Пойдем, наверное, и качнемся сразу. О, блин, бежал лидерство прокачивать. Я увидел тут эту проекцию. Старично. Давай поболтаем, что расскажет. Старуха, привет. Чё, кого? Проекция рассказала трибумам о новом рецепте, который защитит их от жестокого света врагов. И что там за свет? О, ничего себе. Короче, нужны мозги. Вот эти мозги мы знаем, с кого собрать. Это с мохнатой большой жопки, которая любит пожрать трибумов, которым мы недавно мстили. А это железа кислоты. Со здорового слона с зеленым шаром забирается. Значит, закрепить. Ну и две пыльцы — это фигня. Найдем. Спасибо тебе, старейшина. Что-то еще нам поведаешь, нет? Нет, не поведает. Ну и ладно. О, а тут у нас чего? Еда! Свисток, мозги. Куча всего интересного. Жирненький, ты где? Попроще называть меня. А что вы вот это выплевываете? Что это? Это все нужно. Вы что, сдурели, что ли? Вот это вот можно съесть. Нам восполнит нам все. Вот это хорошо. Все, пойдем лидерство качать. Как можно больше трибумов нам нужно. Улучшил, короче, до 5 уровня. Теперь я не знаю, сколько я трибумов могу с собой таскать, но сейчас посмотрим. Инвентарь. А, тут не показано сколько. Ну вот. Ну то есть еще 2-3 точно я смогу взять без проблем. Нам нужно больше здоровья. Чем больше здоровья, тем сложнее нас убить. Все, максимум прокачали, что могли. Ну, вроде все, по максимуму собрали, наверху ничего нет, можно выходить. Погнали отсюда. Ну чё, пойдем тогда трибумов вербовать. Вот он домик сразу же, посмотрим, что ему там нужно притарабанить. Они ж тут все такие блатные, просто так с нами никто не хочет идти. Я им тут предлагаю спасение, они не-не-не-не-не. Значит, нужна вот эта лопата. Сейчас ее найдем. Вот она тут прям рядышком. Лопата и немножечко пыльцы. Вот и все. Ты идешь с нами. Сейчас мы ему еще мутации накидаем. На. И назовем его... О, у тебя свисток есть. Ну, в смысле, поливалка. Го-гу-го. Как бы тебя назвать-то? Ну, не знаю. Типок. Пусть будет Типок. Отличное имя. Что... А, вот у меня еще 2 места есть. Все, отлично. Еще 2 могу принять. Значит, вкинем сейчас ему пару мутаций. Пусть у него будет труба. Он будет перерабатывать минералы. На голове у него будет волосня, приманивающая мух. Ну чё, типок, давай эволюционировать. Значит, мне твоя поливалка не нужна, она уже имеется у одного. Будет у тебя труба. Будешь дудеть на ней. Вот это я понимаю. Теперь ты будешь перерабатывальщиком еще. У тебя будут мозговитые. О, извилины на башке. И, конечно же, волос. А, блин, волос-то мы не сможем. Это же тоже на голову вроде влияет. Блинский. Блинский. О, смотри, лизошарики появились эти. Так, свисток. Давай, задуди. Позови их сюда. О, смотри, как приманиваются. Лизошарики, идите к бабочке. У меня для вас есть свисток.
Давай еще поиграем. Что, никто не слышит? Вот еще парочку. Завербую лизунов. У меня теперь банда просто со мной носится. Давай еще подудим, чтобы они от меня не убегали. Ну круто, они за своих сойдут, слушай. Если на меня кто нападет, они увидят, что тут огромная куча со мной бегает. И думают, да ну нафиг, их огромная банда, я не буду на них нападать. Ты не представляешь, какой мы задницы. По-другому и не скажешь. Здесь больше нет других стел. Здесь одна единственная ближайшая стела находится вот здесь, и она на воде. Блин, на воде, Карл! Щавельные ты носки-то. Как так-то? Как мне туда теперь добраться? Ни в той стороне нифига нет. О, там рассвет. Ни в той стороне нифига нет. Ладно, будем, значит, бежать до вот этой водяной стелы. Не знаю, как я туда доберусь, но будем пробовать. Значит, мне нужно будет вокруг сейчас. Нужен будет воздушный шарик. И можно, в принципе, бздеть. Ну чё, пацаны? Вот этого тоже еще сейчас сожжем. Для храбрости. Вот так вот. Ну чё, пацаны, все готовы? Да, табу, кто-то кричит. Все гудят своими трубами. Ну чё, попрыгали? А, я присосался. Ну чё, погнали. Ну все, понесла жаричка. Вперед из песни. Надеюсь, мы успеем. А если не успеем, то нам кранты. Одно из двух. Та-та-та, прыгаем через воду. Опа. Как футбольный мячик просто. Словно меня футболист пнул. Дружище, ты нам сейчас тут вообще не нужен. И без тебя проблем хватает в жизни. Ну, кстати, стелла не совсем на воде стоит, поэтому все ок. Интересно, а вон там он что? Кстати, лизошарики эти от меня отстали. Вот этот шар меня очень интересует, что там такое. Так, мы уже почти. У-у-у-у, припекает, ребятки, ну же, я не хочу никого потерять. Давай, ну же, да, успели. Надеюсь, никого не заколбасит, никто не попал под цилиндр. Все спаслись, все здесь, я назад не хочу смотреть. Поворачиваемся. Фух, вроде все убежали, отлично, отлично, просто шикарно. Ну чё, куда идем? Нам нужна пустыня. Без пустыни мы пропадем. Ого, гляди, это кто? Что это было за чудное существо? Оно не подходило на слух цилиндра, но от него чувствовалась какая-то странная угроза. И что это за пульсирующая штука внизу? Сердце? Что-то в памяти Трибума заставило их насторожиться. Ну чё, пойдем, подойдем, посмотрим. Казалось, сердце билось медленнее, и существо спало. Возможно ли, что холод удерживал существо в плену странной спячки? Не знаю, но вполне может быть. Давай подойдем. Попробовать его засосать? Никак не берется. Ну, вроде бы как, оно не механическое. То есть это не слуга цилиндра, это 100%. Слушай, у меня же есть огненный хобот. И у меня созрел тут план небольшой такой. Что если я попробую разжечь под сердцем огонь? Это как-то поможет нам? Ну-ка. Ой-ой-ой. Сердце наполняется словно кровью. О, и он разозлился, как медведь. Сердце ледяного скала реагирует на более высокие температуры. Используйте камни, подожженные вжухом на арене, чтобы ускорить частоту сердцебиения. Ясно. Надо, короче, нагревать. И видишь, вот это вот, я не знаю, как это... Вена, на которой торчит это сердце, висит. По ней тоже поступает кровь. И нужно разогревать как можно сильнее, видимо, или что? Сейчас посмотрим. Чем жарче становилось, тем больше монстр терял контроль над телом. Вот его слабое место. Да мы это уже уяснили, нам подсказка помогла. Значит, разжигаем больше. Воу! Почти поднялось. Ну давай еще вот сюда. Здесь вот правушка хорошая. Ну-ка. Блинский. Черт! Может быть, вон те камни еще пострелять в него? Где-то здесь были разожженные камни. А, нет, больше камней. Они все потухли. Ясно? Тогда здесь траву разжигаем. Больше разжигать. Больше. Ну-ка, давай, вставай сюда. Смотри, как хорошо-то. Ага.
Трибома за мной. Никто не сдохнет в этой схватке. Здесь тоже разожжем. Прям хорошенечко так. Ну, куда ты полез-то, эй, Чунгачкук? Вот. Ну же. Вставай прямо на... Вот, хорошо. Еще чуть-чуть осталось. Еще чуточку. Сюда давай. Сейчас он поближе подойдет. Жалко, конечно, что я огнем пулять не могу. Это прям бы облегчило задачу. И... Ну, совсем чуть-чуть. Совсем малехонько. А, все, он слег. Прикол. И вот его сердце. Что это такое? Интересно, какая-то мутация. Так, и кто же будет мутировать у нас? Мне кажется, ли кого-то не хватает? Тебе так не кажется? Давай посмотрим инвентарь. Так. А, не, все живы, типок жив. Я думал, что типок куда-то свинтил, но нет. Ладно. Кому бы дать эту мутацию? Что это такое вообще? Сердце ледяного скала. Не, скла. Ледяного скла. Тимону... Ну ладно, типок, давай на тебе проверим. Ты у нас новобранец. Испытаем тебя, как говорится. Так, так, так. Давай посмотрим, что эта мутация тебе даст. Плюс 100 к здоровью сразу. Оу. Тело с регенерацией. Серьезно улучшает способность Трибома к регенерации. Теперь ты очень быстро регенишься, дружище. Такой необычный стал. С трубопроводом каким-то. Сердце у него бьется. Смотри, у него жопа как сердце бьется. И там даже сердечко нарисовано на попце. Ну ладно, возможно, это не попа. У Трибома попа находится где-то в другом месте. Может быть, ее вообще нет. Откуда я знаю. Ну что, пора останавливаться на этом замечательном месте. Мы добыли сердце. Но не добыли другие мутации, которые помогли бы нам закрепить способность. Какую способность-то мы там должны были закрепить? Давай посмотрим. Вот это что? Водный обработчик. Вот эту мутацию. Ну, это сделаем мы в следующей серии. И нам обязательно нужно добраться до пустыни. Там что-то очень важное для нас. Но это, как я уже говорил, будет в следующей серии. Если понравилось, то не забывай ставить лайкос под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих видосов. А мы увидимся именно там. Так что до встречи.